У йоги множество плюсов. Она не только укрепляет ваше здоровье и подтягивает тело, но и уравновешивает мысли в голове. Особенно хороша утренняя практика. Она настраивает на позитивный лад, и день обещает быть чудесным. Здесь нельзя громко говорить. Во время занятий лучше молча выполнять все упражнения и не отвлекаться. Ведь все, кто занимается этой сложной практикой, работают не только с телом, но и с энергетикой. Любой шорох может сбить настрой. Ведущий преподаватель Евгения разогревается перед началом. В мир медитации и асанов пришла совершенно спонтанно. Позвала на тренировку подруга, она согласилась. Дальше началось самое интересное. Женя заметила, как меняется ее жизнь и физическое состояние. Девушка приехала на Сахалин 3 года назад. До этого практиковалась в Томске. В родном городе. В городе было много бесплатных мероприятий по йоге, а здесь острая нехватка таких активностей. Так и пришла идея социальных занятий. Раньше они проходили в парке, теперь перебрались на среднюю площадку горного воздуха. Разговорились мы с администрацией горного воздуха, выяснилось, что они нам могут предоставить площадку. Это такое прекрасное место, весь город как на ладони видно. Социальные занятия я веду в формате аштанга-йоги. Иногда, если прохладно бывает на горе или ветер, то тогда я веду часть аштанги и часть хатхи. Различие между двумя направлениями – это то, что хатха-йога немного свободного формата. В аштанге нужно соблюдать строгие правила. На йогу приходят как девушки, так и юноши. Ожидания у всех разные. Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет поправить свое здоровье. При соблюдении наставлений преподавателя они обязательно оправдаются. Екатерина пришла в студию 4 года назад. Из интереса ей осталось покорять новые асаны. Уже вот 4 года занимаетесь, заметили на себе уже результат? Да, изменений? Тело совершенно стало другим, оно стало более гибким, выносливым. И, конечно же, появился мускульный рельеф. Социальные занятия проходят каждую субботу в 10:30 утра на средней площадке горного воздуха. Длятся примерно час, но может быть и больше. Отмениться могут только если на улице ливень или град. Желающих очень много. Места нужно занимать заранее. Из необходимого вам понадобится коврик, вода и хорошее настроение. Кристина Ким, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.